Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть. Как он? Evil Wars. Как правильно сказать сейчас? Evil Witchin. Witchin. Вайт. Не важно. Вайт. Так. Загрузка данных профиля. Так, настройки. Меняем управление. Почему-то сбрасываться автоматически, не знаю почему. Итак, продолжаем. Продолжать. Прокачивайте навык перезарядки, чтобы ускорить ее. Ну, перезарядка не самая важная. Самое главное, вот тут урон сейчас. Чтобы ввалить их. Так, ты кто? А ты кто? Вы кто? Ой, что-то пикай на меня бросать. Успокойся. Ни хрена не страшно. Вас что-то напугало? Они что-то сделали с моей головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Часть карт, рюкзак, все это вставлять, находить. Так, никто не пострадал. Свидетель говорит, так в церкви провалился пол, никто не пострадал. Свидетель говорит, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах во время ремонтных работ в церкви Седар-Хилл провалился пол. Присутствовавшие прохожане сообщают, что только чудом никто не пострадал. Так, а что там тогда трупы-то были? Никто не пострадал. У меня вообще есть? Нет? Нет, ключей нету. Здесь ничего нету? Нет. Пойдем. Прокачаемся. Что у нас с оружием? У нас, кстати, запасы. Патроны для дробовика. Так, оружие меня интересует только. Ага. Скорострельность, дальность, ничего, критические попадания. Да. Так. Теперь запас патроны, так, болты для агонии, так, гранаты полны, шприцы полны. Тут не хватает, да там не хватает чуть-чуть. Ну-ка вот сюда. Время взведения, дальность, если я качнул, ладно. Время перезарядки, говорю, не так уж важно. Время взведения. Уменьшение времени требуемого на взведение арбалета позволяет быстрее стрелять. А здесь еще уменьшение времени затрачиваемого на перезарядку. Какая хрен разница. Вот, болты еще можно прокачать, кстати. Разрывной болт. 10%. А давай. Что тут, за косарь нету ничего такого? Нету. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Теперь по поводу болтов. Так. Полный. Можно сделать. Ой. Не то. Прошу прощения. Так. Правда, я еще не пользовался им. Ага. Все. Максимальные запасы, да? А, все, запасы, максимальный запас.
пока эти не не израсходуем. Ладно. Проходим. Сохраним. Так, новая ячейка. Пациент. Давайте пациент. 04. Опа. 04. Пациент. Теперь в глубинах стал. 05. Двинулось. Сами не свои. Все понятно. Сами не свои. Сюда нет? Сюда нет. Не понял. Так, ладно, мне предположим не сюда, а куда? Что они сделали с моей головой, надо поговорить с ней. Что в моей камере происходит? Так, ладно. Не открывает. Нет. Я не понимаю, куда мне тут. Ай-яй-яй-яй-яй. В каждой ячейке что-то есть. Так. На. Не понимаю, куда мне, куда. Ты мне хоть подскажи. Куда двигаться? Нет. Стой. Подобрать. Еще один фрагмент этой карты. Она сама здесь это появляется автоматически, ладно. Учел. Часы. Он говорит, что где-то что-то глюкнуло. Это. Может, мне поспать надо? Так, вот это кровавый сейф. Так, газета.
А где газета? Фотографии. Ну? Что-то все обрушено там. Что днем сделано? Церковь. Раз это не больница была, вроде церковь. Показано, была там вроде, не ошибаюсь, если не ошибаюсь, больница. Вот так кто-то показан на фотографии. Подвлекаю, как он заходит, черт. Ну что это за нахрен? Ой, какой дешевый трюк. Что это за звук? Кто-то катается тут. Это что, моя тень? Да, это моя тень. Эй, медсестричка. Ты куда ушла? Где мне тебя искать? Так, пока мы никого не боимся, потому что... Потому что... У нас глаз не показан, что нас кто-то видит. О, тараканы пошли. Ну? Я за тобой. А куда ты пошла? Там ни хрена не было. Опа. А с другой стороны что? А с другой стороны не ходит. Господи, тут все так плывет. Меня сейчас тошнит нахрен, пока смотришь вот это. Тараканы, тараканы. Так, сюда не идет. Сюда не идет. Что там? Непонятно. Ладно. Блин, это все плывет, это ешь твою мать, ты ему. Не открывает, да? Ладно. Опять ты. Уэсли. Ну чего, чего ты добиваешься? Себастьян? Конечно. Себастьян? Себастьян? Так, это вместо лица зеркало было, понятненько. Я оказался, наверное, в той церкви. Где мы тут? Паутина. В общем, все как всегда. Да, бьет. Ну, залезь. И... Опа. Вороны. Или вороны. Нет, не залезешь. На. Так, понятненько с тобой. О, чуть не убежал, подожди. Ага. А у меня что стоит? У меня стоит... Оп, не то, не то, не то, не то. Вот это. Мало ли. Ну смотрите, днем-то поди никого не будет. Надежда есть. И что-то с арбалетом он как-то... А, это трава. Ну да, действительно, смотрите, по фотографии-то похоже.
Это что у нас? Скалы какие-то. Ага. Все с вами ясненько. Эпизод 6. То же место, что и на фото. Сами не свои. Так, это получается церковь, говорили, туда? Мрачное такое, там вороны летают, вороны. Половина из них зомбятина, наверное. Хотя зомбятина не летает. Ох ты, это что такое? Кто тут есть? Ух ты, ты! Чё так подобрал? Чё? Патроны. Патроны? Патроны. Это чё? Медикаменты. Подожди, я подлечусь. Давай. Хрен знает, когда ещё. Медикаменты вообще редкость у меня здесь. Ладушки, тут ничего нету. Не сомневаюсь, что в одном месте было столько плюшек. Стой. Нет. Показалось. Вот, блин, глаз алмаз. Увидел. Он еще что-то висит. На. На. Патроны. О, подожди, что-то было. Где? В статуэтках ключи. А я, блин, даже и не знал. А там статуэтка-то летала на какой-то птице-то. Минутку. Опа, опа. Ну вот. Почти. Да ёж твою мать-то. Случайно задеваю и... Вот такая оказия происходит. Блин, столько статуэток, я где-то за решеткой видел статуэтку. Охренеть, а в них ключи оказываются. Так, так, так. Давай, пока день. Кстати, какой днем-то прикольно бегать. Чем-то немножко холодно напоминает. Кто стреляет? Если вы думаете, что вы меня этим напугали, то вы далеко заблуждаетесь. Ты живой? В порядке? Живой. В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас я уже к этому привык. А где Кидман? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал... А я-то какой серый. Внутрь, живо. Полезли. Что-то не понял, у него что, коктейль Молотова в руках? Еще одна? Надо сдерживать. Правильно? Блин, реально коктейль Молотова. Вот тебе и продвинутые зомби. Открой дверь. Я открываю. Подожди немножко. Черт. Да. Thank you.
Вот так. Подожди. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть. Прикрывай меня. Бам. Понятненько. Да вообще не так. Да. Да. Бум. Получил. Козел. Есть. Бум. На! Блин. Есть! Еще! На! Блин! Что ты встал-то тогда? Замораживающий, я уже понял. Я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. Вижу время, на жалобу у тебя есть. Так. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Подожди, подожди. Падла. Похоже, мы выбрались. Давай, закрывай ворота. Фу. Что-то день-то ни хрена не... Отдохнем немного. Хорошо. В таком темпе мы долго не протянем. Я думаю, отсюда нужно убираться как можно скорее. Да я с тобой согласен. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Все лучше, чем оставаться здесь. Опа. Понятно. Стой. Подожди, а что удерживать-то? Понятненько, зеркало. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Да. Опа! Охренеть! Пойдем.
Я думал, это будет просто прогулка. Да. Так, меня видят. Убил монаха. Стой, 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 стой. Главное вниз не падать. Патроны. Патроны — это очень даже хорошо. Опа, он кого-то там гасит потихонечку. Да что, мать, почему ты только на меня-то реагируешь? Стой ты. Да. Блин, блинский. В укрытие! Они стреляют сверху. Опа. Блин, еще и стреляют. Нужно уничтожить всех. Так. Так. Откуда сверху там стреляет? Не понимаю, надо как-то дверь открыть. Так, ладно. Как его уничтожить-то? Если я его не вижу. Можем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Ага. Что-то мне плоховато. Да. Загасили. Так. Да. Пойдем посмотрим, что здесь у нас.
Хорошая баночка. Давай. Нормально. Опа. Давай, если что, я тебя подлечу. Вот так. Так, что у нас осталось? Что, подлечить тебя? Лечись, конечно. Давай, я за тебя буду прятаться. Опа. Я не понимаю, что подобрать-то. Во. Бунк. Так. Вон там большой такой сгусток прямо. Опа. Так. Да. Так, молодец, прикрыл. Теперь подожди. Опа. Упали? Упали. Блин. Так. Надо винтовочку. Ах ты заюшь-то, мать-то. Так, этот болт не исчезнет, да? Исчез. Третий. В голову. Охренеть, от патронов тут. Ага. Давай, я тебя вытяну. Что-то. Ты в порядке? Плоховато. Да подожди, я убегу. Расхренач их там. На. Так. Потому что тебя-то я вроде как лечу бесплатно. Тихо, кто где? Кто-то где-то бежит. Опа. На. Оп.
А я выбежал отсюда. Вот такой вот я молодец. Стоять. Да сейчас. Так. Собираем. Иди сюда быстрее. Вау. На. Так, ладно. Такс. Все нашим легче. Пойдем посмотрим, что мы там зажгли. Так. Забрали. Давай, открываем. Так. Тут все есть. А там мы откуда пришли? Господи, так я что, получается, тех монстриков похреначил тут. Вот еще. Умудряется же откуда-то еще браться. Ладно. Давай. Собрал. Ага. Все с вами ясненько. Стой, 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 стой. Это что такое? Спички. Давно у меня спичек не было. Все, тут у нас что? Ничего. Вот у нас. Пакел горит. Где-то еще как-то вышло одну сбить. Если оно мне, конечно, надо. А я даже не знаю, надо оно мне или не надо. После всего этого. Так, ну пока можно на халяву-то здесь набрать, чтобы и нет. Все-таки победил их. Вот здесь вот точно были два толстых. Да. Да тихо ты. Да нифига ты нафиг начал собирать-то. Я факел хотел подобрать. Тихо. Бам, второй раз. Ты в порядке? Нет, я не в порядке. Да. Да.
Ладно. Что это у меня? Вот так вот тебе. Вот еще снежинка одна. А что у меня со спичками? Сжигаем эту падлу. Эту мерзость. Так, у меня по дробовику. Перезарядимся. Патроны, патроны, все. Вы думали, что я здесь буду бегать? Фриц. Слава богу, потому что в рукопашку-то хоть. А, я должен был выбрать, да, какую? Или заново можно генератор запустить? Сейчас проверим. Можно заново запустить или нет? Так. Сюда. А, бутылка нет. Бутылка меня не прельщает. Ну, можно точнуться, конечно. Да ладно. Да. Топор. Ага, нет, все-таки это разовая акция. Все. Уходим. Уходим. Пока мы все, да, сбили? Нет, одна осталась. Где-то по центру. Вот там, наверное, когда к бочке идешь. Спустились. Так. Ладно. Я так понял, он только так откроется. Опа. Теперь путь к башне открыт. Да, я так и понял, что... Да Тохи, иди сюда, ты! Ой, ой! Да подожди ты! Минутку. Да стой, 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 стой. Перерезал горло, срезал башку. Так, как-то его... А как же его? Его... Так. Где у меня там? Ой-ой-ой.
Да я тоже загорелся. Опа. Ух. Идем осторожно. Кто нормально, знает, так вот тебя пришло. Ну-ка, давайте. Подожди, нет. Надо эти восполнить. Где у меня взрывные-то? Взрывающиеся. Вот они. Все. Раз, перезарядим арбалет. Ага. Подожди, тогда. Чего-то не хватает или что? Понятненько. Так, подобрать тут ничего нельзя. Для меня тут ничего нету. Что там? Стоит, стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Что другой искать? Ну, ползи, да ползи наверх. Ничего такого подвешенного нету больше. С патронами специально поменял. Вот в чем было дело. Подожгем. Стоять. Что это? Как фрагмент? Дневник Себастьяна Кастеланоса, 17 мая 2006 год. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились, и теперь ждем тебя, крошка Ли. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно, я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире. Хоть он иногда бывает жестоким. Опа. Подождите, надо качнуться. Перед тем, как наверх ехать, надо качнуться. У меня ключик есть. А мы откроем-ка. А вот этот. Что там? Баночка. Маловато будет. Ладно. Открываем. Давай. Запас. Патроны для дробовика, патроны для винтовки. Ну, вот это давай. Патроны для винтовки. Оружие, винтовочка, где у меня? Скорострельность, неважно, емкость магазина, критическое попадание. Расстрелись, так вот так, емкость магазина. Так. Остальное так.
запас. Я тебе увеличил болты огня. А, все увеличено, увеличено, увеличено. Что-нибудь дешевое есть? Нет, а где-то дешевого. Не хватает сотни буквально. Ладно. Так, пациент. Принять. Ну что ж, пойдем дальше. Куда мне тут? Куда хоть? Куда? Хрен тебя знает, куда тебя забросил. Поехали. Родиная кататься. Не набросишься на меня, нет? Пошел бзик у тебя. Все, ты не опасен для общества. Ой, о, вот мне тебя и не хватало, баночка. Ну и ладно. Шприц. Минутку. Берем. Так, тут ветер. Это что? Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Он висят. Такое чувство, что с нами играют. Колокол бьют. О. Держись. Осталось немного. У меня такое чувство, что с ним что-то надо сделать. Ладно. Вот это больше похоже на замок, не знаю, форпост. Но только не на церковь, это там мы были. Отпусти, не трогай это. Подождите, так у меня какой здесь стоит? Давай вот так вот поставим. Зомби режут башку. Их только двое, мы справимся. Нет, подожди. Вот тебе и двое. Поспешил. Кто-то все заминировал только. Справимся. Справлялся. Джозеф. Так. Эй! А чё, и одного хватает? Пипец. Так, ладно. Так, врагов, ослепленных болтом вспышкой, можно ликвидировать с помощью... А вообще нифига не так. Вот так. Ты в порядке?
Я в порядке. Оставь его в покое. Так, теперь сюда мы не сможем. На трупе на этом катиться, походу, дело надо. Я почему-то думаю, что именно так. Иначе бы этот мешок тут не болтался. Так-то надо. Так, наверх, что ли? Сюда наверх нет. Наверх уже выше некуда. Ты, может, там натнешь что-нибудь, там пьешь или еще что? Или что тут надо? А, вот ты как! Только не упади. Не нужно было меня спасать. А? Какого черта? Это просто вопрос времени. Дебил, я за тебя два патрона потратил. Какого хуя? Ух ты, ух ты, как заговорил. Дурила, как заговорил. Что, не получилось самоубийство? Прикрой меня! Да стой ты! Себя я не пожалею. Да. Так. Максимум. У меня такое чувство, что скорее сюда. Кто-то что-то кинул, что ли? Ага, мы-то успели. Джозеф, ты в порядке? Я... Ты? Да. Такс. 23. Подожди, я возьму тут бутылку. Так, что у нас? Еще укатилось, главное. Куда нам? Похоже, это какой-то рынок. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Подожди, не задерживаться. Дай прибарахлиться. Так, минутку. У меня такое чувство, что кто-то сейчас будет тут. Там, так, ладно. А, это поди, все, понял. От чего толкались.
Сейчас, минутку надо. Не спешить. У меня такое чувство, что... Все, берем. Все. Маловато будет, надо что-то поставить на постаменты. Это что за... Вроде как скорбящий ангел какой-то. Да не сюда, а вот сюда бей. Сборы начинаются. Спокойно, граждане. Баночка. Вот целый косарик. Это не по 200 собирать. Так. Понятненько. Взяли. Почувствую, что предстоит большая битва. Только пока еще непонятно с кем. Кто мой враг? Враг мой, бойся меня. Хрен знает, что от меня ждать. Я даже сам о себе не знаю ничего. Это не патроны, я думал, патроны лежат, думал, вот это... Обрадовался весь такой. Что ж, вот и вы пришли, куда хотели. Давайте даже вот это... Кроха поможет. Не понял. Кажется, я их чую. Возможно, они рядом. Да я... Куда они делаются? Вот там, наверное, сидят. Мы в ворота, и они к нам. Заходь. Кладбище, что ли? Уж больно похоже. Давай только не здесь, или сейчас. Как думаешь, где мы? Скорее уж нигде, а когда. Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Ну вот. Я тоже так думал, что... Жмутся лучи это в воспоминаниях. Не ломается. Кто тут? И тихо, 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 не загибайся раньше времени. Не то пневмония, не тот туберкулез. Давай зайдем сюда. А мы еще до церкви даже не добрались.
бухать? Занимаешься все тем же, Сэп? После того случая? Ну, пистолет к виску я не приставлял. Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Ну, конечно. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? Вот некогда разбираться. Мне нужен напарник. Вот так. Другое дело. Я рассчитываю на тебя. Так, фрагмент. Нашел что-нибудь? Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Может пригодиться. Получается. Я вроде в порядке. Пойдем дальше. Вроде бы, да кабы. На во рту росли бы грибы, был бы то уже не рот, был бы целый огород. Единственное, что я не знаю, куда мне идти. Вот сюда точно не следовало. Погоди. Сейчас я залезу и попробую осмотреться. Сюда точно не следовало идти сейчас. Ты в порядке? Да. Кто-то отстреливается еще. Тащит ее куда-то. Эй, вот это же Кидман. С кем это она? Бери. Не бойся. Ты меня прикрывать будешь, да? Это будет неплохо. Твои бесконечные патроны-то. Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Что ты мне хочешь дать? Иди вперед, я тебя прикрою. Вот. Твою ж то мать, я не успел, да? В дверку зайти. Ё-моё. Ну ладно. Это по мне стреляют или чё? Опа. Ну прикрывай. В укрытие, они вооружены. Конечно, вооружены. Что? Давай, что тут еще можно собрать себе? Подшечь? Вон, кто там бегает? А, это ты бег... Стой! Это мы берем. По колючке узнал. Если бы не колючка бы. Себастьян, ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Подожди, прикрывальщик. Вот так. Смотрим.
Что тут? Давай. Ох, ёж, твою мать. Да. Да подожди, подожди. Прикрывайся. Твой шанс, прикончи его. Вот так. Куда ты встал? Да ёж, твою мать-то! Да. Или зарядимся? Черт, тупик. И чё страшного? Ищу другой маршрут. Встретимся у коней. У коней. Все, понял. Сюда. Сколько мы с него собрали? Ты. Поджечь. Булавой махал, непонятно, большой. Так. Ну, поднимай. Кто-то мне ничего не принес. Ничего не принес. Подожди. Я такое чувство, что вот сюда надо чем-то бахнуть. Как-то разлетелось взрывное это. Ладно. Что мы имеем? Их, может, поди разрушить надо? Уж больно они подозрительны. Опа. Шприц. Ладно. Я сам с ними не справлюсь. С кем ты не справишься? Готовочные патроны. Так. Здесь все забито. Я так должен понимать, должен был здесь бегать. И хрен знает, как отстреливаться всеми видами оружия. Так, хорошо. Что если... Да. Да, все сходится. Отлично. Так. Так, хорошо. Так, записка с кладбища. Волт, я пошел вызывать Дону. Я знаю, как попасть... Волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье. Я приведу Дону. Дэниел. Погоди. В том доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Лапу дернуть надо. Думаю, нам вниз. Видимо, да. Думаю. Я просто уверен, что там туда. Опа, опять.
опять воспоминания. Тут какое-то дерево должно что ли быть создаст. У меня ключа нет. Ключа нет. Сейф ушел, сейф ушел. Ну все, пойдемте. Очнемся. Так, что мы прокачиваем? На этот раз мы прокачиваем мощность сил, наверное, болты вот эти. Ага, все по разу хотя бы, да? У нас еще винтовка. Все. Вроде качнулись. Ничего нету. Так. Это я не понимаю. Ладно. Куда-то. А, туда и надо было. Дали возможность качнуться. Да не очень. Все-таки упал. И как понимаю, на землю приземлился нифига не надо. Обо мне не беспокойся. Что, все? О, высоко падали. Здесь ничего не надо здесь. Двигайся. Это эпизоды все длиннее и длиннее становятся. О, поднять твоих подняли. Это жертвенник. 3, 5, 9, 7. Что за... Да. 3, 5, 9, 7 на стене было. Есть. Еще есть. А, кстати, сейчас могу попробовать сделать это. Нет, нет. Это максимум. Понятно. Нет, не. Охрена, не тоже. Так. Все. Понятненько. Что у нас с винтовочкой-то?
да. Собирай все. Так. Ну, 3, 5, 7, 9. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит, а должно. Секунду, я что-то такое записывал. Ну? Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари, и тогда откроется безопасный путь к нему. А что, сейчас опасный он? Так, вроде. Давай еще немного осмотримся. Ой-ой-ой-ой. Так, ну это 3 лежит. 5. Конца его надо. Как? Надо, чтобы они все опустились, так понимаю. Все опущены. Ни хрена не так. Так, что за загвоздка? Будем искать ответ. В чем загвоздка? Сами не свои. Ну, давай. С этим нормально, тут еще одна граната даже поместится. Винтовку-то можно уже подстреливать маленько. Пистолет. Две аптечки. Я про аптечки-то, кстати, даже забыл. Ладно. Так. И... Как решается сия загадка? Тут вот вообще отломлено. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит, а должно. Секунду, я что-то такое записывал. 5, 7, 9. Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари, и тогда откроется безопасный путь к нему. Получается... Получилось? Да. Секунду. Ну давай. Теперь-то я что, явно понял, как надо. Пять.
погоди. Рычаг там нигде не надо искать дополнительно. Ой, что-то тут было. Я что-то слышу. Что ты слышишь? 7. Когда посмотреть, относительно 7. 7. Вот так. Похоже, ты все делал правильно. Ага, ты что, падла, ждал? Когда меня там что-то захреначить? Так, у нас здесь что-нибудь есть для меня? Не. И путь у нас только один. Не свернуть, не повернуть. Будь здоров, ой, спасибо, блин. Какой-то мегамозг там, да? А какую-то машину создал, я так и не понял, для чего вообще? Хочет свое сознание перенести. Хочет быть бессмертным. Хочет все знать, нахрена. Темно так. А что вы тут делаете? Так. Вот этот не выйдет отсюда, надеюсь. Ага. Отойди. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, нам... наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства, но Ноин и его брат Цейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их потерты роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки Ноин 122,4 сантиметра, 28,2 килограмма. Так, Цейн 122,4 сантиметра. Так, ну то они одинаковы, но температура поднимается, боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки, но 125,8 сантиметров, 29. Короче, стали расти и в массе набирать. Жизненно важные функции стабилизировались, спят урывками. 36 часов, но 138, ни хрена себе. Полу в бессознательном состоянии разговаривают с воображаемым собеседником. Так. Возбуждены примерно... применено успокаивающее. Там, по-моему, не тех, которых я на кладбище-то завалил. Э? Ой. Да, по-моему, это те, которых я на кладбище завалил. Пипец. Вот они маленькие были, ввели сыворотку. И они вот стали вот этими двумя уродами. Что у них там, ноги, да, кости, что-то. Сердце. Все, все возьмем. Так, это позвоночник. Это спиной мозг вместе с мозговым. Ой, с головным мозгом. Что-то нужнее, ладно. Рано. Ай-яй-яй-яй-яй. Представились. Я понять его, вот кто спит. Это он должен пробить.
Вторая записка из лаборатории на кладбище. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношения. 2 трупа, 4 трупа, 3-6 трупов. Церковный сторожевой пес начал меняться. Как и у близнецов, у него прогрессирует аберрация. Сегодня он сожрал 6 трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одно жертвоприношение. Ха, так еще и пес был, значит, это собака спит. Это собака? Что-то подождите, где нос, где все остальное? Так, эта туша должна проломить забор, я так понимаю. Так. Я должен ее освободить. Господи. Он спит. Пожрался и спит. Ты что, разве не страшно здесь? Опа. А вот и собачка проснулась. Можешь это открыть? Давай. Требовалось доказать. Господи, результата нет. Так, спокойно, спокойно, я не вижу, где я. Так. Как я должен эту собаку убивать? Да нифига, ты нахрен приседаешь-то. Вот так. Фух. Жозеф. Хорошая собачка. Огнем тебя, да? Почему вы все будет так не любите? Что? Что? Я там очки уронил. Блядь. Подожди, мне что, ты предлагаешь туда идти сейчас? Подожди-ка. Ну вот так ни хрена не договаривались.
Ёж твою бань. Себастин, я отвлеку его, а ты ищи. Отвлекай, отвлекай. Так, очки эти, очки дальше носить, так. Полбу я размотал. Ну теперь-то я знаю, что там есть эта штука. Могу себе позволить вколоть. Так. Давай. Идем, идем, идем. Да чё ты, блин, ко мне-то идёшь, падла вонючая. Так. Эй, сюда! Сюда! Бегу, бегу. Скорее, пока эта тварь не нашла тебя. Да уже. Всё. Извини. Я без них не просто слепой, но и вообще, будто не я. Все хорошо. Давай искать Кидман. Блин, что так долго-то? У нас. Опа. А вот теперь я еще раз себе вколю. Так, это что? Так, давай, информация. Так, шприцей неизвестно, однако оно неплохо восстанавливает здоровье. А здесь у меня информация. Лекарства из больничного, так, лежат, так, аптечка значительно повышает текущий уровень здоровья и немного максимально, однако вызывает временные побочные эффекты. Текущий, так, значительно повышает текущий уровень здоровья. То есть я стану, ладно, сейчас так будем помирать сильно, так. Так и используем и узнаем как раз. Это у нас по здоровью-то больше должно быть. А вот о, это. Боже, Джозеф, и все это из-за каких-то очков. А что сделать-то? Мне нужно прикрытие. Единственное, что, да, рисковал не по тебе. Давай, я уже здесь, ты все еще там. О, косарик еще один. Давай. Идем сюда, сюда, сюда. Побочные эффекты это какие, интересно? Галюны, меня будет шатать, вырвет меня, что? Ну что ж, закончили, блин, да, тяжелый эпизод немножко. Ох, подписывайтесь на канал, да. Эпизод 6 пройден. Увидимся в следующем видео. Пока.